Ну, мы достаточно хорошо подготовились. Спасибо, во-первых, руководству и всем работникам структуры Абдышата, которые предоставили нам учебно-тренировочные поля. Вообще никаких вопросов нет в этом плане. Выражаем им свою благодарность. Ну и, соответственно, все, что планировали, все выполнили. Поэтому ждем завтра интересной игры. Ну, хотелось бы сказать, что команда чувствует себя очень хорошо. И мы долго готовились и готовимся. Я думаю, и настроение, и желание у пацанов на 100%. Ну, после игры все сами увидите. Сегодняшний день, сегодня этот турнир идет. И как он закончится, никто не знает. Команды каждый год меняют свой состав, менеджмент, направленность. Поэтому в каждом году, каждый год он разный. И поэтому в этом году мы планируем выходить из группы, да, достигать побед. Ну, не сказал бы, что два года нам как просто сиделось. Мы также тренировались, готовились, и международные игры всегда вдвойне ответственны для нас и также для страны. Поэтому ребята готовы на все 100%, и настроение отличное. Ну, на исход завтрашнего матча может повлиять все что угодно. Это комплекс целый, так скажем, внешних и внутренних влияний. А то, что не играл, ну, было больше времени подготовиться, значит. Да, мы в турнире, ну, с одной стороны. С другой стороны, в этом турнире у нас есть потери. У них, наверное, нет в тренировочном процессе. Поэтому сложно сказать какие-то отдельные причины, которые повлияют. Повлияет все, повлияют все факторы, потому что мелочей здесь нет. Поэтому все в равных условиях. Также надо понимать, что это краткосрочный турнир. Поэтому на две игры собраться со своими сложностями, здесь проблем ни у кого не будет. Были тренировки, не было, там есть потери, нет, в этом проблем нет. Международный турнир, мы не играли в международные игры почти два года. Поэтому здесь желание больше, чем что-то другое будет влиять. Ну, в этом плане у команды Ахал вообще очень выгодная ситуация. И у них чемпионат не начался, да, если бы начался, там их игры тяжело найти где-то на полях интернета. Поэтому информации, конечно, практически про них не было. И вот мы посмотрели игру, да, получили информацию. Понимаем достаточно хорошо, к чему люди готовились и что они хотят. Ну, естественно, они тоже тренируются, какие-то там, наверное, сюрпризы будут и все остальное. Но мы к этому готовы. Ну, какие выводы сделали, это мы внутри команды обсудим. Ну, и завтра постараемся реализовать. Но то, что видели, подготовились неплохо, ну, и к разным еще другим вариантам. Завтра посмотрим, как получится. Ну и в плане подготовки мы в Турции все-таки были, там мы играли международные игры достаточно серьезными спаррингами. И для нас они были не контрольные какие-то, но самого высокого уровня, потому что даже в плане подготовки международная игра есть международная. Там мы достаточно хорошо подготовились и много игр сыграли.